Все, пошла запись. Так, вот смотрите, когда вы заходите в галерею, ну, в настройках мы заходим, в галерею, да? Сейчас авторизуемся. Да, вижу. Так, в галерею зашли. В галерею зашли. Видим вот галерею. Теперь, допустим, заходим в какую-то в подраздел, фотостудия. Так. И здесь мы можем фотографии, как я понял, вот я сейчас буду вот так тоже двигать, и вы увидите, вот так местами менять, да? Ну да. Вот. Теперь дальше. То же самое, такая же история происходит и с дискографией. Музыку я могу переставлять местами, что-то раньше, что-то позже поставить. Не пробовал, не знаю. Я пробовал, меняется все. Так же она лежит, двигаешь влево-вправо и переходит первое на второе место. Ага. И если заходим в видео, по идее, по логике, это же WordPress, а там должна быть та же история. Вот, допустим, ну, у нас нет такой возможности переставить местами клипы. Мы с вами разговаривали об этом. Да, да, да. Вот. Может быть, как-то по-другому мы должны создать как-то вкладку, чтобы потом можно было местами передвигать их, или может быть, я не знаю просто, почему мы так не можем сделать. Ну, здесь, потому что, смотри, структура какая. Здесь идут как записи WordPress. Вот они. Да. Просто сверху добавляются и все. Здесь да. Нет такого, видите, они отдельными идут записями. Ага. Ну, а в фотографиях они не отдельными идут? Да? Ну, а вот если, смотрите, мы заходим сначала в галерею. Вот здесь, по идее, тоже, видите, местами мы вот эти-то, мы же не можем тоже, по идее, менять здесь. Мы меняем только уже в самой, внутри, уже в галерее, вот здесь. Нет, вот эти то, что здесь, мы можем поменять. А, не можем, в меню тоже мы не можем. Ну, по идее, нет, вот они сверху добавляются и все. Да, видео. У нас изначально было, вот я не хочу, чтобы я нажимал на видео, открывалось все видео. Там, получается, открывается каша, а мне это не нужно. Где это? В видео. Просто в видео? Да. Вот, видите, открывается все скопом. Ну. И особенно открывается первое, то, что я последнее загружал. Это мне не нужно. Поэтому мы сделаем так. На видео наводим, ничего не открывается, только тогда откроется, когда на подкатегорию. У нас до этого так было. Так, на видео мы наводим, ничего не открывается. В смысле, мы не можем кликнуть на видео, что ли? Ну, кликнуть может, мы можем, но чтобы видео все не открывалось, только когда мы вот так вот переходим вот сюда. А, ну как в начале было, да? Да, как вначале. Ну, то есть вместо пальчика будет как бы это, не будет пальца. То есть она будет статичной кнопкой. Да. Нельзя да, будет перейти. Чтобы все видео не открывалось, только открыли мы то, что здесь написано. То есть кликнуть мы могли только на подпункты. Да. А это делаем статичный тогда. Да. То есть вы хотите посмотреть, как это сделал, да? И как это сделать, и это надо сделать. Ну вот, смотрите. Изначально. Я думаю, вы бы догадались тут, по идее, сейчас вот вы увидите и поймете, чтобы вы, наверное, догадались бы, как это делается. Я, честно говоря, ну пробовал, не получилось. Вот, в меню переходим. Смотрите сейчас экран. Да, вижу, я вижу. Вот в меню заходим. Да. Вот, по идее, видео мы удаляем. Не боясь потерять эти пункты, они будут как бы сейчас все здесь. Просто видео удаляем. Вот они, видите, переместились, все тут оказались. Да, ну, как бы попали. Да, потом просто создаем ссылку. Рубрику или... А. Произвольная ссылка. Пишем видео. Угу. Так, поставим решетку. Добавить. Вот она внизу. Да. Сейчас я перенесу. Так, это вот здесь, наверное. Да. Ну, вот эти придется... Да, эти придется подвинуть. Вот так вот подвинем сейчас. Вот. Сохраним сейчас. Пойдем на сайт, на главную, перейдем. Ну, это просто как обновиться. По идее, видео, оно... То есть, видите, у нас не должно быть такого. Оно вот кликается. Поэтому попробуем вот так вот сделать. Потому что я до этого же делал как-то. Да. Вот оно сохранилось. То есть, То есть вы сейчас изначально поставили решетку, чтобы оно получилось, а теперь сюда же ее удалили. Да, да, да. Вот сейчас назад пойдем, обновимся еще раз. То есть видео, оно будет, видите, как бы, оно меню является, как бы, но оно нам нужно сделать, чтобы оно не было переходящим. Но оно должно быть выкидывать вот этот список. Да. То есть как было, в принципе, у вас в начале, потому что я думал, вам так надо сделать. Вот. Ну вот оно, в принципе, мы вернулись. Вот я навожу, я кликаю, меня никуда не перебрасывает. Все. Да. Можете да. Сейчас даже проверить у себя тоже одновременно, что вы никуда не перейдете. Вот. Ну а эти, естественно, они работают. Да.
Потому что мы их не трогали. Ну да, у меня та же история. Вот. Естественно. Так, дальше. Теперь смотрите, в контактах. Заходите в контакты. В меню контакт? Нет, на главной странице. А, на главной сейчас. Чтобы вы видели, что я имею в виду. Ага. Контакты. И вот у нас здесь в контактах, у нас здесь директор и почта. А может мы уберем вот один из пунктов, вот этот пригласить артиста, он будет как раз вот здесь, в контактах. Вот если нажать пригласить артиста, нажмите пригласить артиста. Вот. И вот тут вот вверху, я уже, видите, там поставил райдер, его можно скачать как PDF. А вот здесь вверху будет написано Ирина и почта. Чтобы избежали вот этого пригласить артиста, а оставим только райдер. Вопрос в том, чтобы как вот сейчас нам просто удалить рубрику «Пригласить артиста» и сюда вот в эту «Пригласить артиста» добавить этот самый. Ну добавить вы сможете уже без меня, вот эти тексты. Вы же знаете, как это делать. Вы же добавили райдер, значит и текст добавить сюда. Райдер я добавил. А вот этот вот текст, картинку, вот смотрите, если я сейчас захожу в страницы. Так, я же почему спрашиваю, потому что я никак не пойму там что. Ну. Вот в странице я зашел, здесь какие-то внизу, ну, иероглифы, да, вот эта ссылка какая-то специальная. Зайдите. Я зашел в страницу. Пригласить артиста, вот внизу. Сейчас посмотрим. Угу. Вот это что ли иероглифы? Да. Это кнопки ваши, это шорт-коды. Не, ну вы же хотите сюда добавить, вот именно сюда же добавить? Да, и вот прям сюда сверху можно это и добавлять, да? Ну просто, да, как вы в райдер вставили, добавляйте, это же обычный материал. Все, понял. А теперь надо сделать так, чтобы когда я нажимаю контакты, эта страница вся открывалась с добавленным вот это. А вот это вот, как ее, сами контакты, когда я нажимаю, ну, открывалась страница пригласить артиста сразу. Ну тоже не догадываетесь, да, как это делать? Удалить надо, да? Ну нужно направить. Пригласить артиста, получается, у нас всплывающий, так? Вы хотите, чтобы, кликнув на контакты, открывался пригласить артиста, как бы. А контакты само убираем отсюда, да? Не, контакты сами останутся, мы же на них нажимаем. Ну, пригласить артиста, значит, переименовываем, это же пункт меню, переименовываем на контакты, делаем его не вложенным пунктом, а да. Сами контакты удаляем и все. Абсолютно точно, да, вот так надо сделать. Сделайте, я хочу посмотреть. Да, да. Идем сначала в меню. Пригласить артиста. А с райдером что мы делаем? Оставляется под пунктом? Райдер пусть останется, да. Там он чуть по пунктам. Так, он будет двигаться. Нет, на уровне выше, наверное. Вот тут, если разворачиваем. Вот. Надо было кликнуть вот на эту ссылку. Там что написано на ней? Да, там написано было из-под пригласить. То есть кликнуть вот на эту. И он возвращается как бы корневым пунктом меню. Да. Вот. Ну, просто теперь остается уже самое простое. Мы вот этот, чтобы просто не писать, я копирую. Контакты я удаляю просто-напросто. Но только смотрите, сами контакты, они из страниц не удалились. Вот где страница у нас наверху. То есть, если, чтобы не нагромождать неработающими страницами, надо будет потом туда пойти и оттуда тоже удалить ее. Это мы только из меню сейчас удалили контакты. Ну я хочу посмотреть, как она теперь будет выглядеть. Да, сейчас, вот это мы. Переименуем. Контакты, по идее. Да. И сохраняем. А это у нас под пунктом, оно уже как был, так и осталось, райдер. Сохранить. Да, абсолютно точно. Идем на главную. Видим контакты. Райдер он стал тоже, видите, по умолчанию. То есть просто двигаем его вот так вот теперь к контактам. Ага. Сохранить. Видимо, я или не обратил внимания, или он сместился, что ли? Он, скорее всего, сместился, когда вы двигали. Вот. Вот теперь вот контакты, кликаем. Да, вот там. Кликаем контакты, и мне останется туда добавить телефон просто, и это, да? Да, а телефон вот на страницу переходите. Ищем здесь контакты, которые... Так, вот контакты, если зайдем. Да. Вот эта информация, вы ее, чтобы... Если просто лень писать заново, отсюда просто копируете и возвращаетесь тут, на страницу, получается,
я понял. Да, вот на эту страницу, только она здесь-то называется не контакт, она здесь называется пригласить артиста. Вот. Пригласить артиста, да. Чтобы вам потом не путаться, вы здесь тоже потом переименуете вот это. Переименую, да. Да, вот и все. А то вы запутаться потом сможете, где у вас да, эта страница. Да, это я все переименую потом. А саму страницу потом контакты удалить оттуда? Вот отсюда она вам просто не нужна. Ну, ее удалить просто нужно, чтобы у вас все было аккуратно. Чтобы, да. Если она вам не нужна, вот удалить ссылка будет. Да. И все. Хорошо. Так, все понятно здесь. Да. Давайте я вам покажу в плане перевода там, может. Или сначала по пунктам пройдемся вашим. По пунктам, там у меня есть все это, то, что вы сейчас сказали. Угу. Так, теперь надо сделать задний фон, вот этот наш. Вот я на главной, если сейчас находитесь, моя фотография, и справа вот это написано Николай Адамов, автор план, официальный сайт. Я там хочу, вот я не нашел, где поменять Николай Адамов, шрифт чуть-чуть больше, автор-исполнитель, официальный сайт. И как сделать, чтобы менялись фотографии, как на демо-версии? Ну, это слайдер, да. Надо добавлять новый слайдер, да? Да, нужно размер, желательно вот такой же, как здесь, один в один, как вот эта фотография. Размер такой же я загрузил, они есть в медиафайлах, три штуки лежат, самые первые. А как вы узнали размер этой фотографии? А, ну я же зашел, посмотрел, что стоит. Там просто несколько таких вот, разных размеров, одинаковые картинки разных размеров. Да. Ну давайте посмотрим. Ну вот смотрите, слайдер он вот здесь вот. Вот слайдер, видите, написано? Да, написано слайдер. Вот заходим, вот ваш единственный слайд. Зайдем по заголовку, посмотрим. Здесь, возможно, будет сложно. Нужно немножко вот разбираться вот в этом. Потому что здесь мне пришлось... Вы же сказали маленькими буковками сделать автор-исполнитель. Вот это, да? Да. И я поэтому вот здесь вот, вот это вот здесь все прописано. Видите, здесь я код добавлял, не просто текст. Да. Вот написано автор-исполнитель. Вот. Если вы хотите чуть крупнее, вот написано font size, это размер. И сейчас он 14 пикселей, вот. То есть вы вот это значение больше-меньше делаете, и размер вот этого текста будет или убавляться, или уменьшаться. Понял. То есть вам надо сейчас больше сделать чуть-чуть его? Да, сделайте, чтобы я визуально увидел, я понял. И слово официальный сайт тоже я захочу. Ну, официальный сайт вот этот текст. Да, но там же размера нет. Здесь размера нет, он только выровнен. То есть здесь вот этот размер, он идет... Как бы размер тянется из глобальных настроек шаблона. Это надо уже смотреть в другом месте в шаблоне, да. Потому что я не трогал, потому что вы сказали, как бы... То есть вот этот размер, потому что это заголовок. Он больше, потому что он тоже задан в шаблоне, размер его. То есть его больше тоже нельзя сделать? Нет, это по идее можно сделать. Это надо в шаблоне. То есть в самом, в настройках мы дойдем еще. Это вот, вот здесь вот шаблон, вот где написано Music Play. Хорошо, это надо туда заходить. Да, вот, смотрите. Я понял. Вот, например, 14. Делаем 16. Да, обновить нажимаем. Обновляем. Вот. Вроде больше чуть стало. Но я на 2 пикселя прибавил. Ну, визуально я ничего не увидел, но... Ну, на 2 пикселя, потому что прибавил. Ну, сделайте 20, чтобы визуально видно было. Да. Сейчас я посмотрю. Так, ну вот это отступ, это тоже отступ. Ну, font size, это вот размер, по идее, должен меняться. Давайте 20 сделаем. Потому что это ж я его так уменьшил. Иначе бы он был большим шрифтом. Это мне пришлось здесь его уменьшать, добавлять сюда код. Поэтому он, по идее, должен. Вот, видите, сейчас вот видно 20 пикселей, реально сейчас уже видно, что он больше стал. Да, это видно уже. А вот смотрите, рядом там вот 20 пикселей стоит, это чего размер? Так, сейчас смотрим. Где вот это? Это margin, это отступ. То есть это отступ, потому что он выравнивался по центру. Ага. И смотрелся не очень хорошо. Его надо было как-то вот сюда к краю подвинуть. Все понятно. Вот. Потому что такая информация, она как-то все идет в центр. И я, ну, думал, что надо сделать именно так. Но здесь, знаете, какая ситуация? Если вам как бы не критично, и вы не хотите вот с этим заморачиваться, вы вашу фотографию, вот эту вот, вы пользуетесь тоже редактором, да, хорошо умеете, фотошопом, например. Вы размещаете ее, погружаете в фотошоп, и вот, вот здесь справа пишете все, что вам нужно прямо на фотографии. Да, как мне нужно.
Да, и загружаете. А чтобы вот здесь текста не было, вот в этом поле вы все вычищаете, оставляете это пустым. Ага, тогда хорошо. Текста не будет. Вот. Но, кстати, вот отображение вот этого текста, если мы все-таки это оставляем здесь как текст, то вот здесь ниже можно, видите, выбрать, кликнув просто по квадратику. Видно вот текст по центру и текст слева еще можно. Вижу. Да, но так как вы стоите здесь слева, естественно, это уже не подойдет. Понял. То есть здесь меняется. Ну, теперь... Слайдер поменяем. Его именно здесь, другую картинку поменять, или добавить еще один? Нет, чтобы она как на демонстрационном была, одна другую заменить. Ну да, сейчас будем смотреть. Вот, здесь вот настройки одного слайда, вот одного, который у нас уже есть. Кстати, да, картинку можно сделать ссылкой, вот здесь вот. Это что значит? Это вот, no link, значит нет ссылки, можно выбрать link to page, если мы выбираем, то есть ссылка на страницу, и здесь все наши созданные страницы, то есть сам слайд, сама картинка будет вести на любую нашу страницу внутреннюю, которую мы выберем здесь. Или же здесь можно выбрать link to категории, то есть на категорию, на пост, link на... Вот это я не знаю, что такое. И no link, это вот то, что было, нет ссылки. Да, пока пусть будет no link, то я так понял, когда мы на картинку нажмем, она нас кинет туда, куда нам нужно. Да, вот page выбираем, можно проверить, если хотите. Например, на альбомы, да? Ну, допустим. Обновить. Обновляем здесь. Да, вижу, и она является ссылкой. Да, я кликаю, и меня перебрасывает на альбомы. Все, понял, это хорошая тема. Да, no link. Возвращаем, нажимаем обновить. Да. Так, дальше. Теперь добавляем слайды. Да, вот, в принципе, можно перейти просто в слайды и добавить новый. Да. Заголовок, я не знаю, он, по-моему, не отображается у нас. Слайд 2 я напишу. Слайд 2. Категории, кстати, вот здесь для слайдов можно создавать. Это если много слайдов и разные слайды на разных страницах, можно их по категориям. Но оставляем главное. Да. Теперь нам нужно загрузить саму картинку. Вы сказали, вы подготовили ее? Да. Вот, допустим, первая. Вот это? Да. Но, по-моему, там не такой размер должен быть. Сейчас посмотрим. Если она сейчас не встанет ровно, значит размер не тот. А размер можно подглядеть вот здесь внизу. Потому что вот они тут несколько, и какая-то из них верная. А какая? Как это увидеть? А так видно будет сразу. Она по краям по полосы будут. Или она будет не вся влазить, там будет сразу видно это. Ага. Так, сейчас посмотрим. Вот это вы говорите, а это рядом 1920 на 1080. Это я еще хотел одну поставить, и еще одну. Они примерно все одинаковые. Ну давайте посмотрим, значит. Там три просто разные фотографии. Да, установить. Так, здесь no link. Пока ничего писать не будем. Да. Справа. Да, нажмем. Посмотрим. Сразу, наверное, сразу не сработает. Наверное, надо еще бы что-то настроить. Сейчас проверим. Она сразу сработала, потому что вот вы видите, видишь, он сразу переменился. Кстати, хорошо получилось. Фотография хорошая. А видите, что получается, о чем я и говорил? Видите, слайд визуально больше второй. Да. И вот стрелочки. И он, кстати, автоматически тоже переходит. Вот если я сейчас ничего не буду кликать. И внизу вот такой пробел белый. Это из-за этого изображения. Да, что оно не такое, да? Да, вот сейчас вам покажу. Вот он переходит. Кстати, заголовок вот он. То есть вот этот заголовок, именно да. Вот этот, это заголовок самого слайда, да. Это мы копируем тот, что он сейчас разговаривает. Да, то есть вы его здесь уже знаете. То есть вот это мы пишем сознательный текст здесь, только альяс тоже почистим потом вот так, когда поменяем. Да, теперь мы что делаем? Я вам говорю сейчас размеры картинки. Да. То есть я удалю пока. Да. Просто я уже не помню, надо просто вниз спуститься. Их несколько. 1280 на 550, это не оно. Вон, видите, я вот здесь я смотрю. А если мы заходим прямо в настройках, в саму фотографию, там мы не увидим ее размер? Да, кстати, да, можно вот сделать я еще. Я нажимаю, и он мне показывает 1920 на 750, 140. Да, вы правильно, да, так еще проще. 1920 на 750, надо подготовить изображение, тогда оно ляжет абсолютно так же. Все, тогда я это уже сделаю сам. Да, ну и вы видели, слайд, он сразу подрубается, сразу работает. Да, и сколько их там можно втыкать?
Ну, без ограничений абсолютно. И без ограничений категорий. Вообще нет ограничений здесь. То есть я, если вот так в 5 поставлю, они просто потихоньку будут Да, подниматься. друг за другом, по идее, да. Все хорошо. Да, настройки слайда также присутствуют в самом шаблоне. Вот если мы перейдем, вот Да. это все здесь. Вот есть слайдерс. Здесь я задал, что показывается на главной. Выделено. Зафиксирован этот фикс слайд. А, тут, точнее, не зафиксирован, я извиняюсь, это флекс слайд. Здесь надо смотреть, да, надо смотреть. Тут Флекс, есть. ну, изменяется он. Дальше, вот здесь есть интервал скорости в миллисекундах. То есть, как он меняется. Видите, speed – это скорость. Не будем тратить время, с этим я разберусь. Дальше идем. Давайте дальше. Это будет по вопросу. Так, фотография на две части как бы разделена. Мне показалось, что она на две части разделена. Вот наша основная фотография. Здесь накладывается overlay, вот эта темная подложка Как сюда. будто полоска вот эта в Она половине, не да? полоска, она вот эту всю часть, почти в середину, почти половину. Это overlay, да, наложение. Все, понял. Дальше. Так, Это они секунду. уже добавили в новой версии. Раньше такого не было. Был просто слайд, не было такого эффекта. И А, стрелочки поменяли они. смотрите, я забыл сказать. Вот Николай Адамов, автор-исполнитель. Там вообще это через дефис пишется. Мы можем это поменять там А где как-то? там-то? На Ну, слайде? да, на слайде. Чтобы там было через дефис Вот здесь, написано. что ли? Ну да. Ну так в заголовке идем в слайды. Просто там вот это мы только размер могли менять. Там же вы говорите стандартная вот эта штучка. Вот вы хотите вот здесь поставить, что ли? Вот так? Нет, Николай, не Николай Адамов. Автор-исполнитель. Вот здесь вот это вот слово, вот автор-исполнитель через дефис, вот тут можно сделать. А, Вот так. все. Ага, все. Обновить. То мне показалось, что там фразы это нет. Так, дальше. Как подогнать фотографию под рамку на картинке? Вот я загружаю фотографии, я там видели, наверное, в некоторых местах, допустим, видео, ну, где там поменял, концерты других исполнителей. Если зайдете в видео. Зашел видео. Нет, на самой страничке. На фронтальной части. Да. Концерты других исполнителей. Вот это. Вот видите, да, там, значит, фотография, вот первая нормальная, вторая, я Челентано делал, что шапка у него видна была, и я вижу в визуальном редакторе, что эта фотография видна, что вот все видно. Загрузил ее туда, шапка обрезана. То же А самое с Панайотом. Картинка сама смотришь нормально. Ну, в общем, то есть не видно в самой вот программе в WordPress, когда ты загружаешь, ты видишь, да, вот так она выглядит, она мне нравится. Бах, ее туда ставишь, а она другая. 470 на 470 вы делали? Абсолютно точно. Я сделал специально фотошопный формат и туда кидаю все фотки, чтобы они и там их уже видно. Но здесь просто на фотошопе сделайте, чтобы сверху больше зазора, что ли, было. Ну вот так я и делаю, от балды начинаю двигать и стараюсь попадать. А по-другому не получается, да? Потому что, допустим, в медиафайлы я захожу, нажимаю редактор, а там есть ниже, выше. Вот я вижу, здесь она целая, да. Видите, какая вот ерунда получается. Она, видите, вот я специально сделал вверху, внизу отступ, специально там голубенький этот. А она раз и обрезалась на странице. Вон там, смотрите, редактировать справа. Вот нажмите это. Я вижу, вижу. Да. И пробовал редактировать, что-то там нажал, она бах, исчезла. Здесь поворот картинки, здесь Не, нет. это поворот, вот это средняя, третья, вот это вот третья, вот это А, ну вот чуть-чуть. обрезка, да? Да, тут ниже чуть-чуть получается. Но это надо пробовать. Я не Постараюсь. сталкивался с таким, не Не могу будем. сейчас ответить. Да, не будем. Это я буду упражняться. Просто у меня не было такой проблемы здесь никогда. Я же пользовался этим тоже шаблоном раньше. Так, теперь давайте основное, очень важная вещь про перевод. Покажите хотя бы что-нибудь мне, как перевести Да. вещи. Вот изначально вы должны понимать, что в шаблон заложены базовые переводы, чтобы вы вдруг захотите поменять. Я вам сейчас пример приведу. Вот, например, я зайду в альбом сейчас. Зайду в сам альбом. А, вот текст. Что еще можно послушать? Я написал его. Вот такие вещи, если вы как-то, то есть это получается вот к этому, да, внизу. Если вы захотите поменять его как-то,
Вот некоторые вещи вы должны знать, некоторые переводы визуально вы должны понимать и видите, что они есть уже, то есть заданные позиции для каких-то таких основных вот фраз. Они на английском были, я их вот перевел на русский. Вы должны их видеть и понимать, и поменять, если что. То есть, но они, опять же, не все заданы в шаблоне, и пришлось использовать плагин Loco, который я вам уже говорил. Поэтому смотрим, переходим вот в шаблон. Дальше мы переходим с вами локализация вот здесь. И вы уже вот здесь в полях видите на русском языке, это то, что я уже вам написал. И вот здесь вот показано, read more, это читать дальше, это в блоге. Да, я написал подробнее, да. Вы просто меняете здесь текст на свой, на русский, внизу нажимаете на кнопку, не забываем, save, вот на эту же. И, да. И тут разбито по рубрикам, вот альбом, локализация, то есть локализация для альбомов. И вот этот текст. Что еще можно послушать? То есть именно эта опция, она отвечает только вот за вывод вот этих альбомов здесь. Вот этот текст, вот он. Соответственно, вот эти фразы вы все глазами просто пробегаетесь. Если их они вам не устраивают на русском, надо на своем, то есть тоже на русском, но переименовать как-то другой текст туда, то вы вот видите их, вот они все здесь. То есть на странице, вот здесь, локализация вот здесь. Локализация. Сейчас, секунду, я зайду, чтобы я покрупнее видел. Да. Это у нас в плагине сам захожу, да? Нет, это шаблон. Шаблон Music Play. Ой, шаблон Music Play. И у меня почему-то вот эта страница, она вот подтормаживает немножко, когда открываешь. Какая именно? Ну вот, меню. Так, смотрите, вот все, что вот тут ритму подробнее написано. Отправить отзыв написано, да? Это все у нас там уже стоит. Это уже все на русском, да. То есть изначально поля были пустые, и значит было на английском. Просто заполняем эти поля на русском, и они в нужном месте на русском. Это только часть. То есть основная часть разработчик решил вынести это в настройки. Это удобно. И, конечно же, то, что он не доделал все, это очень неприятно. Было бы правильно, чтобы он туда, сюда все засунул, чтобы мы могли фронтальную часть, я имею в виду, всю перевести именно отсюда. А вот эти вот названия, они не переводятся, да? Какие названия? Вот я мышкой вожу. А я не могу же видеть, что вы вводите мышкой, я же. Смотрите, вот event data, event start time, event end time, вот на этой странице локализации. Ну. Вот эти названия, которые на английском, а их нельзя перевести? А, Артист, и вот. вам прям в админке, чтобы их еще перевести, что ли? Да, их нельзя перевести. М ну, надо сейчас, давайте сейчас попробуем. Как раз через локо. Просто зачем вам здесь-то переводить время тратить на это? Хотя, в принципе, да, мне что, я могу это и так перевести, разглянуть и все. Вы просто смотрите вот здесь на перевод на русском. И уже по этим словам, мне кажется, смысл понятен, где что. Тут главное вот это, смотрите, видите, заголовки вот в синих вот этих вот прямоугольниках. Event локализация, то есть это локализация для событий. Вот эти события, где у вас, когда концерт, и там таймер тикает. Это вот это событие. И для них вот эта вот дата, это вы переходите просто афиша. Заходим в любую наше мероприятие. И вот видите вот здесь, вот в боксе, дата. Вот они русские, эти словечки все, они все вот здесь вот, да. Да, а вот эти вот именно цифры, датку, которую надо поставить, как их менять? Какие цифры? Под цифрами текст? Нет, вот дата, вы написали дата, ну дата должна стоять та, которая мне нужна. Ну, дату ставим уже в самом событии, в настройках уже, когда создаем событие. Да, вот это вот самое важное, потому что я там не очень это То разобрался. есть переходим сейчас в событие, да? Да, давайте вот именно по афише, по дате, по концерту. У нас там, допустим, на главной странице стоит фотография моя, и под ней написано. Ну вот, переходим вот здесь, вот Evans, вот здесь. Здесь принцип один и тот же. Вот как альбомы создаете, видите, все то же самое, вот внешне. Да. Нажимаем редактировать, что ли, или New сразу. Просто по полям. Здесь нужно вот эти поля вам будет понимать. Видите, вот я кликаю на event data, то есть когда будет дата, да? Дата окончания, вот здесь можно время даже выставить. Чтобы лучше понимать, вы просто заходите в мою дату, которую я вам уже сделал, вот здесь, например. Да. И смотрите, как я сделал. И уже на главной смотрите, вот эту дату я вам выставил, у вас 28 марта будет само мероприятие. Я его вот здесь и выставил. Вот эти вещи, вот надо бы их перевести вам, да?
что вот именно здесь, здесь было бы вам полезно. Давайте попробуем сейчас хотя бы одну какую-то строчку. Просто проверим, через плагин можно перевести или нет. Давайте. Вот, например, event data, то есть сам заголовок. Вы просто отсюда его прям вот как есть копируете. Видите, я выделил и скопировал, так? Вот здесь внизу, в самом низу, видите, переводчик loco. Я навел мышь, видите? Да. А дальше еще список. Он переводит и плагины, и много чего. Нам нужно темы. Вот она, темы, видите? Да. Кликаем темы. Здесь все наши шаблоны. То есть три шаблона, которые в WordPress по умолчанию. И вот наверху наш Music Play. Кликаем прямо по нашему шаблону. Здесь вот Russian и 3% это уже то, что я перевел. То есть 3% у нас локализация русскоязычная здесь уже. Да, я видел. Да, мы просто либо по языку кликаем, либо наводим мышь и edit. То есть я прям по языку кликаю, попадаю вот в наш язык, наши шаблоны. Здесь очень все просто. Вот здесь поле поиска. Мы ищем нашу английскую фразу. Мы ее скопировали, мы ее здесь вставляем. И нам повезло, пока повезло, на 50%, потому что может еще не сработать. Видите, она здесь отобразилась, вот здесь вот. Да, то есть она и нашла. Если вот это поле подсвечится красным, и здесь ничего не появится, это беда. То есть это не задано разработчикам, и это зарыто где-то глубоко в коде. И если мы это найдем и переименуем, прям там где-то внутри в коде, то после обновления шаблона это все слетит. Поэтому надо просить их, чтобы они вот эти недопереведенные, так сказать, фразы вынесли в локализацию, в этот специальный файл шаблона, который позволяет вот так легко переводить, как мы перевели все остальное. То есть я теперь кликаю вот по этой... Именно, ну, названию, так? Да. Я иду в переводчик Google Translate. Вставляю в поле. Ну, вот этим Google Translate вы сможете пользоваться? Да, да, ну, конечно. А, вот, переводим. Переводится это событие. Я отсюда копирую. Ну, просто, чтобы от руки не писать. Да, да, я понял. А, и вот здесь ниже в поле вставляю данный перевод. И сразу нажимаю Save. Все, эта строчка должна быть переведена. Мы проверяем. А, мы идем с вами в событие. Создаем новое событие. И вуаля, на русском языке слово «событие» вот здесь. Все. Давайте еще попробуем подсказку. Вот уже допереведем это поле полностью. Да, давайте. Подсказка этого события именно. Скопировали. Да, скопировали. Переходим в loco temps. То есть видите, как удобно, по идее, да? И причем плагин можно отключить, а переводы останутся. Да, я понял. Потому что они сразу записываются в нужную папку. Забрасываем, и видите, да. Это уже зарыто где-то уже... уже эта категория. Ну, это уже не так важно. Ну да, но все равно хотя бы приблизительно, хотя вот он что-то нашел, то есть можно просто удалить. Вот, опять же, что он нашел? А он нашел, кстати, по-моему... Что-то другое, что-то другое. Нам надо, по идее, вот это скопировать, и по идее надо все нам вот это переводить, да? А, вот оно, дисплей. Вот давайте, я просто, мне интересно, я тоже английский не очень хорошо знаю... Я просто вставляю и смотрю, что это. Ну правильно, введите текст, который вы хотите отобразить. Да, но возможно, мы все равно уже переведем, потому что где-то это все равно переведется правильно. Даже да. Если не в том месте. То есть я начал удалять часть текста, и он нашел какую-то другую фразу, которая имеется в переводе. Возможно, это не там. Вот я сейчас ее вставил на русском. Нажимаю Save и проверим сейчас. Переходим события. Можно было сразу новое создать. Видим, что здесь не переименовалось, но это переименовалось где-то в другом месте. То есть да, другая да. Фраза, она, по идее, нам же все надо перевести. То и, есть, смотри... И, кстати, не помешает, потому что если он что-то другое нашел, ну и пусть она там... Да. По идее, вот эти все заголовки, то, что жирным, вы все сможете перевести, да. И вам уже будет понятно. События. Даже вот эти вещи можно будет попробовать вам потом. Вот start time, то есть это начало. И видите, вот ползунки, время. Time это время, то есть... Это вот этот ползунок, это часы, а это нижние минуты. И кнопка «Done» нажатия, значит, готово. То есть выбрали время, нажали «Done», все, время задано. Вот его видно здесь. Да, а это время чего он задает? Это время вашего мероприятия, именно часы, когда оно начнется, ваше все, выступление. 19, да, а вот «End time» — это время, когда вы закончите выступление. Вы можете перевести, может быть, вот это тоже переведется, потом без меня... Ну, в общем, надо вот эти вещи просто вам попереводить, посмотреть, как я это сделал. Я понял, как переводить это. И также переводится все остальное, получается, да? Все таким же принципом можете переводить. Мы в темы зашли, потом на домашнюю страницу зайдем, что-то там переведем.
Да, вот если вот такие кнопочки нужны в конкретном событии, то это вот здесь. Вот видите, button, кнопка. Вот здесь название кнопки, вот здесь ссылка кнопки, вот здесь цвет кнопки. Вот с цветом надо вам показать. Потому что здесь просто так он не Ссылка добавит. кнопки имеется в виду что? Куда она ведет? Конечно. То есть, вот, например, купить билеты будет вести на какой-то сторонний магазин по продаже билетом. А, все, понял. Можно вешать ссылку. Или любая другая ссылка. Если нужно еще кнопку добавить, нажимаем Add Button, добавить кнопку. И так неограниченно, вот видите. И, а потом Delete, если они не нужны. Ага, хорошо. Вот. А по цвету надо показать вам. Да. Как лучше показать? Например. А, код ввести в Photoshop, Вы наверное. умеете код вводить, да? Ну, я в Только. Photoshop подберу себе цвет, его скопирую сюда Да, потом. только обязательно вначале решетку надо будет поставить. А она так и она в Photoshop все равно без Ну решетки. все, вы поняли меня. То есть здесь они вид не доделали. Здесь, по идее, по клику надо, чтобы выскакивала палитра. Вскакало окошко, да, и Photoshop, наверное, такой Ну вариант. да, а так как здесь они это не доделали, поэтому придется копировать код цвета здесь. Все, понял, разберусь. Ну, остальные настройки здесь многие вы не будете трогать. Отступы, потом цвета какие-то, видите, здесь можно настроить. То есть background, это надо вам опять смотреть, где это, да. Background это заливка какая-то. Заднее что-то, Да, background. вот именно какого-то элемента, да. Причем можно туда не только цвет сделать, и загрузить картинку даже можно из медиа-менеджера. И где Да, отобразится, надо смотреть, да. и смотреть, где отобразится. Это экспериментирую Да, обычно вот на себе. текст color это какой-то текст. То есть цвет какого-то цвета именно в событии меняется здесь. Паддинг это отступы. То есть вот здесь внизу, вот в примере показано, как это задается. Вот где 20 пикселей. Это с разных сторон. Вот, но это уже надо немножко разбираться в коде, да. Ну, по идее, просто можно вставить 20px и посмотреть, где будет отступ. Но это с какой-то одной стороны. То есть это слева, снизу, справа, сверху. И вот они четыре стороны. Если 0, значит отступа нет. Вот видите, как здесь написано в подсказке 0. Вам просто надо перевести вот это, вставить Так. в транслит, и он, если переведет нормально, вы поймете, что здесь за данные. Я лично ни разу не пользовался вот этими отступами. Просто не пришлось. Вот. И custom слайд. То есть, по идее, ой, точнее, слайд, сайдбар. То есть, тут еще какой-то сайдбар можно. Ну вот это понятно уже вам, это сайдбар слева-справа без сайдбара. Да, это я уже даже пробовал. Да, остальные настройки. Здесь, знаете, здесь вам просто нужно одно событие полностью наполнить. Вы, если даже что-то не понимаете, вот такие поля, где что-то нужно писать, я просто писал демо-1, демо-2 и смотрел на странице, где отображается. И уже понимал принцип. То есть, если даже без перевода. То есть, если лень, например, каждую переводить, я просто заполнял поля все. Заполнил, поставил, обновил, посмотрел, не понравилось, взял, удалил. Да, и все, вы заполните одно-два события и будете, у вас будет от зубов отскакивать вот эта вся тема, то, что здесь Да. вот написано. Так. Следующий там у вас вопрос какой? Так, с переводом разобрались. Поменять фон фото и поменять цвет фона. А, поменять фото мы разобрались, как я подгоню его по размеру. И поменять вот этот фон. Помните, мы с вами игрались? Вот голубой мы пробовали, и сейчас у нас все в одной палитре. А, цвета, а чего именно вы хотите цвета? Там в разных местах, это в шаблоне. Переходим в шаблон. Да, это в шаблоне. Например, чего? Шапку. Вот это все, где стайл, вот здесь, видите? Она раскрывается. Здесь еще список целый, видите? Да, я вижу. То есть общая цветовая гамма задана вот здесь у вас. Вот он, синий, его видно. То есть меняете, просто здесь играетесь, да. Нет, смотрите, я когда менял этот цвет, я уже пробовал. Он этот цвет меняется в тот момент, когда страничка перегружается, вот это 2 секунды, Да, да, он да. этот цвет показывает. А мне надо не это, мне надо, чтобы вот это плеер синий, а я его хочу поменять. Шапка вверху, афиша, дискография, видео синий, все в синем фоне. Я хочу в другом цвете Ну поменять. вот это, смотрите, это меню ниже. Если Я вижу. начнем меню, вот, пожалуйста. Вот меню font color link, то есть ссылки, цвет самих менюшек. Тут сразу и размер. Хорошо, что мы до сюда дошли. Значит, смотрите, я посмотрел, у меня хорошо посмотрел, попросил дочку, чтобы она глянула и нашла там косяки. Она их кучу нашла мне и все поисправлял. Там где-то мы неправильно написали. И она говорит, на моем мониторе, папа, не видно у тебя ни локтя, ни одного, ни второго. А у меня два монитора, один большой, один маленький. Я перекидываю на маленький монитор, обычный, не широкий. И мои фотографии вот эти по углам, их не видно. Какие фотографии-то?
Ну, я стою в пиджаке, вот, левая и правая. Вот, вот это, что ли, фотографии не видно? Не-не, на главной странице, на главной. Левая и правая фотографии, я стою. Задний фон. А, вот это, что ли? Да, вот это. Ну, ну, как бы, здесь ничего не сделаешь. Вот она загружается, как бы, сюда. Сделаешь, я уберу просто эту фотографию, поставлю другую. Вот, теперь мне надо, чтобы я видел. Мы уже разобрались, да, где она загружается, вот правильно все там. Это у нас, сейчас скажу, это вот здесь вот, сейчас. Вот, вот она вот здесь. То есть кликаем это просто по стиль, да, и вот. Стиль, и вот здесь мы ее меняем. Да, да, да. Здесь, да. Вот под ней есть настройки, кстати. No replay, это не повторять, повторять по оси X, по оси Y. Это если картинка маленькая, и чтобы не было пустых зазоров. Да. Но для ваших целей, для вашей фотки это не подойдет. И вот выравниваем картинки, может это поможет, заднего плана. Повыравнивайте и посмотрите на маленьком мониторе, может быть это что-то даст. И можно сделать фиксит, это фиксированное, то есть при прокрутке оно не двигается, видите? То есть если вы там стоите, значит это подходит. А есть еще скролл, если выбираем, значит будет прокручиваться вместе с сайтом она. Да, понял. Так. Хорошо, это значит я тогда там попробую поиграться. Вот эти все вещи вы можете попереводить через локу, вот эти. А потом, уже когда они все будут на русском, пойти, и вам будет уже легче, возможно, что-то исправить. Да, скорее всего, надо будет сначала мне подолбаться, поперевести, а потом уже что-то крутить. Да, да, да. Ну или придется это кому-нибудь заказать перевод. Ну, в принципе, я вот это внутри-то все переведу, если вот это так же делается, как и везде. Я могу вообще не искать, где это набрать, вот Loyal Option. Ввести в то в поле, перевести, оно найдет, где это стоит, и везде его переведет. В локо, да. Да, вот Colors я сейчас выделю туда в локо, и он его, скорее всего, переведет везде, где есть это слово. Только смотрите, здесь есть нюанс еще один, что вам нужно знать про перевод. А, да. Пока я не забыл, это очень важно. Mm-hmm. Сейчас я только на примере не покажу сейчас. Смотрите, когда... А, нет, вот пример. Вы можете... А вы можете просто вот так выделять и переводить прямо отсюда. Это же английские слова вашего шаблона. Вы просто кликаете, оно здесь появляется, а внизу пишите перевод и все. И Надо сразу все перевести. Просто каждую кликаете, пишите внизу, где написано Russian, перевод, нажимаете на кнопку Save. И это будет полный перевод. Вот они все строки, вот они все строки. Вот это будет проще, чем я буду лазить. И вот нюанс, вы должны знать, а то пока я не забыл, это очень важный момент. Да. Вот такие значения, когда идут с переводом, вот с текстом, видите, в начале или в конце знак процента, один, знак доллара, буковка S, такие вещи с пробелом, где запятые. Вы это все также переносите вот сюда, но только это не трогайте, не переводите, вот как есть. Я понял, цифры, проценты, скобки, все переносим и добавляем русское слово. Меняем только те... Слова, где действительно английские такие целые слова. Вот эти все знаки, вот эти все проценты, вот эта вся вещь, это то, что выводится, например, 0 комментариев. Если комментарий добавили, 1 комментарий. Вот эти все цифры, которые меняются с добавлением комментариев, отвечают вот этим все символы там. Вот эти знаки процентов, единичек, там, доллара, буковка S. Это можно менять, перевести на русский текст, но только чтобы впереди были вот эти цифры. Да, вы полностью переносите вот в русскоязычное вот это поле, не удаляете вот эти все знаки, оставляете их, вы переводите только английские слова, потому что если вы не перенесете их, то у вас там не будет показываться 0 комментариев, 1 комментарий и так далее. Да, я понял, просто я беру вот эти вот циферки, там процентов 15, запятая, процентов 25, здесь ставлю и дальше уже пишу русский текст. Да, вы переводите только вот английские слова, все. Но эти, а эти просто дублируйте, все знаки просто дублируйте. Запомнил. Да, на том же месте, где они есть. Если они в конце слова, значит так и оставляете. И их тут видно, вот смотрите, видите, вот здесь доллар, ой, знак процента, 2 доллар S, видите? Да, да, да. В таком же виде, не трогайте, переводите только вот это слово, вот. Угу. Вот и все. Хорошо, это мы на какой странице? Вот переводчик лока, я не понял, и куда я захожу? Вот, переходите в тему. Тема. Потом вы переходите в вашу тему. Кстати, потом перехожу в мою тему. Потом переходите в русский язык. Да, кстати, сейчас, секунду, нажму. Да, все вижу. Кстати, вот в этом переводчике дальше идет home. Если я home нажимаю, главное. То все на английском.
Там тоже я захожу как бы в тему. А где А, ты? и та же история. Все, я понял. Ага. Все, та же история. Вот они все, видите, события, сейчас, радио, вот это все тоже перевести можно, вот это все. Да, это все придется Это все перевести. можно перевести здесь. Да, я, скорее всего, займусь сначала переводом, чтобы мне Вы можете это... просто, видите, он какой огромный список. Вот если вы все вот это переведете, у вас процентов 90 будет шаблон переведен. Да, я понимаю, я говорю, я А вот половину где знаю. русский есть, обратите внимание, видите ниже, это мы уже переводили, видите, вот здесь вот. Это я переводил, вот где такие всякие знаки, там от, в, автор, треки, это Я все буду смотреть, переводил. что не переведено, то буду Да, то есть вот переводить. здесь пусто будет, видите? То есть я вам 3% по сути перевел вот здесь. Хорошо. Да. Но это я переводил то, что на фронтальной части выводится. Я понял. Угу. А скажите, Федор, а вот плагин сжатия изображения нужен ли мне в WordPress? Вот этот плагин, я видел где-то на Нет, сайте. нет, я против таких плагинов. Зачем его вам сжимать, ё-моё, если вы просто его подготовите на фотошопе, прогоните, как А, я вам вот как показывал. раз хотел я это спросить. Я сейчас все подготавливаю на фотошопе. Ну, то есть зарядил там размеры себе В специально тени какие-то. PNG потом сервис. Да, а зачем в PNG мне загонять, если я уже подогнал на фотошопе? Нет, вы загоняете его, сервис так называется, тени PNG. Вы его не в Это я... PNG же переименовываете. Я понял, вот я говорю, на этот сервис зачем мне загонять? Он, я уже сделал Он все. сжимает сильное изображение, так как Photoshop не может его сжать. А, то есть если у меня даже на 470, на 407, все равно я туда Да, перейду. обязательно. А, вот, я вот это хотел спросить. Думаю, я же уже сделал, зачем мне сжимать? Обязательно. А он его еще сожмет, Он смотри. его еще больше сожмет. Все, тогда это я уже потом буду Да. долбаться, все фотки Но перейти. только после сжатия все равно на фотографию, перезагрузка на WordPress, то есть вы прогнали через Tiny PNG, один раз взгляните на нее. Потому что бывает редко, но бывает случай, что он неправильно ее распознает и слишком сильно коцает. То есть уже видно фрезы на изображении. Конечно, визуально буду Но смотреть. это, я из личного опыта, это больше видно, когда вы какую-то аппликацию делали на фотошопе, то есть собирали из кусочков что-то. Вот именно эти изображения он может неправильно кодировать и сжимать, именно тени. А обычные фотографии, обычно сфотографированные, без каких-либо изменений, обычно он все хорошо сжимает. Это из опыта просто, я вам уже говорю. Так, дальше. Вот я слышал такая вещь, счетчик посетителей, чтобы я видел, сколько людей ко мне заходило. Ну, это нужно вешать на сайт. Любой счетчик. Рекомендуется Яндекс.Метрика. Но как это сделать? Ну, надо зайти в Яндекс, иметь аккаунт почту хотя бы от Яндекса, найти сервис в Яндексе, Яндекс.Метрика и завести этот счетчик. У меня есть урок, можете в Ютубе. А, кстати, хотел по урокам спросить. Мы когда с вами разговаривали изначально по цене работы, все, вы сказали, что вы мне дадите доступ к вашим урокам, чтобы я мог вот это все смотреть. А вот они все в Ютубе, эти уроки-то. Ну вы ж какие-то у вас каких-то нет же в Ютубе все По равно. WordPress нету. Все в Ютубе. А, по WordPress все в Ютубе. Да. Хорошо. Ладно, тогда мне найдете этот, именно вот этот урок, как сделать мне счетчик, и скиньте его ссылкой мне, Да, но пожалуйста. вы можете, знаете, что сделать? Как бы даже не ждать. Вы просто зайдите в YouTube и наберите в поиске YouTube, как установить метрику, Яндекс метрику. Там просто тьма уроков на русском языке. Аналогично. И несложные. Все то же самое. Ничего там сложного нет, абсолютно. Просто поставите все. Хорошо. Единственное, у вас может быть возникнет вопрос, как его вставить именно в ваш шаблон. Тогда мы сделаем так. Вы посмотрите урок какой-то. Сделайте себе метрику, а код, который вам выдаст метрика, который нужно разместить на сайт, вы меня попросите, я вам вставлю его. Хорошо, договорились. Ага. Так, на шаблоне при прокрутке вниз появляется стрелочка с правой стороны, на самом шаблоне, не на моем, на официальном. Ну, у вас тоже появляется. Нет. Вот у меня, смотрите. Так, а у меня? И у меня появляется. Все, я затупил. Угу. Дальше. Ссылки на покупку трека. Вот, допустим, мне где-то их надо будет ставить. Вот эти наши ссылки. Яндекс, Google, iTunes. Давайте я вам покажу. Где они лежат, чтобы я знал Да, эти цели давайте, да. прокрутки. Я понял, да, давайте покажу. Например, страница. Добавить новую. Вот здесь у вас есть
Видите, вот шорт-код генератор. Видите, вот здесь. Здесь можно много чего вставить. Мы ищем button, кнопка. Это, наверное, наверху. Вот Батон. даже некоторые слова есть на русском, видите, блок. Да. Вот button, выбираем. Как только ее выбрали, ниже есть все параметры. ID мы не пишем. Вот это иконка, шрифтовая иконка, если в кнопку еще иконку надо ставить. А как выбрать иконку? Вот здесь ссылка, правой кнопкой открыть сервис иконок. Но опять же, надо вам здесь разбираться, потому что, чтобы иконку нужную вставить, нужно... Я просто сам не ставил, но нужно, скорее всего, взять вот этот код иконки, вот этот вот. Возможно, вот этот всю надо конструкцию вставить. Просто ни разу не вставлял, надо смотреть. Но это точно здесь. Вот. Если иконку надо прям в кнопку вставить, это здесь. Если не надо, как у вас я сделал без иконки, мы это два поля здесь пропускаем. Класс мы пропускаем. И вот, link URL. То есть мы вставляем здесь ссылку на эту кнопку. Любую ссылку вашу. Целиком, как есть. В смысле, какую-либо, не понял. На магазин или куда там. Яндекс Музыка. В саму да, кнопку. понял. Какую ссылку мы вставляем? Вот здесь вставляем. Я понял. Ну, допустим, там Google, допустим, вставляем ее туда. Все, понял. Открыть. Вот здесь выбираем в новом окне. Вот New Window. Да, понял. Lightbox не трогаем. Color. Вот эти вещи типа... Конечно. Разновидность там оранж, оранжевый. Я, в принципе, не выбираю, потому что цвет мы можем выбрать вот здесь ниже. Вот, 4 вида. Сейчас дойдем до этого. То есть вот этот color можем пропустить. Elegant. Это выравнивание кнопки. Если надо по центру, вот центр есть. Справа, слева. Если не надо выравнивать, ничего не трогаем. BG color это заливка самой кнопки. Background. Вот здесь выбирается. То есть заливка это получается... вот кнопка, видите, красная вся. Да, я понял, каким цветом она будет? Вот надо выбрать. Вот здесь, любым цветом. Hover BG Color. Это значит при наведении заливка кнопки какой будет. То есть у вас... Сейчас это закрою я. Вот видите, она немножко такая блеклая становится. Да, чуть-чуть блекло. Это я так сделал, да. То есть я выбрал сначала вот здесь красный. Точнее, вот здесь вот я выбрал красный. Да, понял. Здесь я выбрал красный, но потом вот этот ползунок чуть забелил. И вот здесь вот Да. видно, насколько вот здесь. Да. Вот и все. Hover Text Color – это текст на кнопке. То есть hover при наведении, какой цвет текста, менять или нет. Если он не меняется, то мы ничего не задаем здесь. И Text Color – это в спокойном состоянии кнопки, какого цвета текст. Если кнопка темно-красная, значит выбираем текст белый. Потому что белый на красном хорошо видно. Button Size – это размер кнопки. Smell – это маленький, medium – это, по-моему, средний. Ну вот выбор, три варианта. То Понял. есть общий размер кнопки. Ну, когда я все переведу, будет там намного Да, проще. вот button style, типа стиль кнопки, border это рамка, то есть тут надо... То есть кнопка с рамкой... Кстати, вот. Вот эта кнопка у вас с рамкой, ее видно здесь, вот ознакомиться. Вот так она выглядит с рамкой именно. Вот так выглядит без рамки в вашей кнопке. И вот размер, вот здесь большая кнопка, а вот здесь вот smell, маленькая. Или Да. smelly, как правильно сказать. Full ширина, если кликаем галочку, я не пробовал ни разу, но по идее должна быть во всю ширину, то есть вашего каркаса шаблона, по идее, если я правильно понял, вот это вот. Это я буду экспериментировать. Да. А это конкретная ширина кнопки. Вот здесь вот в пикселях можно задать. Ну вот этот перевод надо перевести, и вот написано, видите, PX написано. Вот, PX. Значит, вот здесь возможно поставить там 50 пикселей, возможно, ширина будет 50 пикселей кнопки. Тоже ни разу не пробовал, надо смотреть. Button текст, видите, как раз в самом низу только. Это текст на кнопке. Просто текст. То есть вот это вот купить с Яндекс Музыки. Вот этот текст. Меняется здесь. И внизу анимация. То есть когда страница загружается, и вот все виды анимации, чтобы понять, Да, какая я из видел, них. что вы сделали анимацию. Да. Что? Я видел, да, что вы Да, сделали если анимацию. анимацию не надо, ничего не задаем. Если надо, нужно экспериментировать, потому что вы не знаете, какая за что отвечает. Причем я многие тоже не знаю, надо смотреть, как она себя поведет. То есть, какой вид вам понравится анимации. И То есть они. теперь смотрите, как редактировать существующую. Потому что если мы вставим, например, сейчас перейду я в альбомы. Вот вам что-то не понравилось, чтобы вам... Как вам вот внести изменения в кнопку? Вам придется же каждый раз удалять этот шорт-код Да. и новую создавать. Но вы можете... Так, где у нас кнопки есть? На главной есть? Ну На да, на главной странице, есть. да. Я просто показать вам хочу, как редактировать. Сейчас главную найдем. Вот.
Тут опять нужно понимать, вот я вам, чтобы вы не путались, я сейчас сохранять страницу не буду, у вас эти данные не потеряются, я вам сейчас оставлю одну кнопку, просто я визуально вижу, где она заканчивается сейчас. Так, начинается она вот. Сейчас я посмотрю, где она заканчивается. Вот, купите, вот она заканчивается, баттон, кнопка, вот. Вот это я удаляю, я не буду сохранять, то есть одна кнопка, вот она выглядит вот так, да? Алло. То есть на То главной есть... у нас на главной наши три кнопки. Если мы сейчас вот это все удалим и сохраним, останется одна. Одна, да. А, кстати, вы когда шорткод, вот button, сделали и все тут включили, вы нажимаете на кнопку вот эту send. Да. И тогда вот этот код появится вот здесь, в редакторе уже. То есть сама кнопка. И вы сохраняете, смотрите на сайте. Если вам не нравится, вам не обязательно удалять и новую делать. Вам просто надо научиться вот здесь разбираться. Вот линк, вот эта ссылка, вот между кавычек, меняется здесь. То есть вы удаляете все, что между кавычек, и вставляете другую ссылку. Тогда в кнопке поменяется ссылка. Потом, вот он, BG Color. Вот между кавычек, видите, вам уже знакомо, как цвет пишется. Решетка и код цвета. И вот тут написано BG Color, то есть BG это background сокращенно, то есть заливка кнопки. Да. Вот он меняется здесь, вы меняете просто код. Да, чтобы потом там не ловить. Да, чтобы потом заново не пересоздавать, если не понравится. Hover BG Color, то есть при наведении заливка фон кнопки, вот он. Все, я понял, вот то, что надо менять, вот оно здесь между... Все меняется, и текст на кнопке, вот он, меняется. Аккуратно только удаляйте, хотя бы один символ лишний удалите, вот эту... в квадратную скобку или кавычки, то уже не будет кнопка отображаться, будет куском кода висеть на сайте. Да, там будет купить музыку в iTunes, я просто-напросто выделяю и Ctrl-V вставляю уже то, что я подготовил. Ну или можете просто вот так вот выделить, и вставить. Вот так вот удалить и написать что-то свое. Да, я понял. И все. Я сохранять не буду и это не применится. Так, а это мы, а как вообще мы нашли, я что-то сначала упустил. Но смотрите, например, записи, вам потребуется когда-нибудь там что-то делать, да? Да, в записи. Добавить новую. Добавить вот новую. Он появляется, вот он, шорт-код, вот он, видите, вот он. Шорт-код Generation, все понял. Вы можете вставить в статью любую ваш альбом, любое ваше событие прямо в статью, если надо где-то продублировать это. И это в страницах тоже есть, вот в странице, если страницу создаете... новую. Внизу вот он шорт-код генератор, вот он. И тут много чего есть. Табы. То есть есть даже дополнительные элементы, которые на сайте вы даже еще не видели. Табс. Например, какая-то информация, чтобы было в табах. То есть и такие кнопки по клику разворачивается такой бокс, и там раскрыта информация. Например, много текста, вы не хотите, чтобы эта страница была слишком длинная. Вы делаете табы. Такие кнопки с раскрывающимся списком. И тут много чего есть. Вот смотрите, огромный список всего. Теперь я сегодня попробовал загрузить песню. Загрузил ее. Как редактировать песню? Давайте покажу. Давай, вот, да, нет, в новинки заходите. Вот две песни. Да, две песни. Добавляем третью. Вот сюда нажимаем добавить, да. Сюда добавляем добавить. Или... Вот здесь вы все правильно, мы не трогаем, потому что здесь вот SoundCloud можно выбрать. И еще один вариант. Редактировать как песню, знаете? Ну, не знаю. А вот кнопка... Местами они меняются, попробуйте. Но я уже вижу, потому что вот иконка. Да. Вот под каждым треком есть кнопка Delete, это если надо удалить. А есть Edit, редактировать. Кликаем. Сейчас авторизуемся. А здесь заголовок трека по-русски можно писать. Меняется здесь. Альяс тоже меняем, если... Мы поменяли название вдруг. То есть здесь удаляем, нажимаем ОК, чтобы альяс поменялся. Здесь ничего не надо писать, только download link. Если можно скачивать, то вы прописываете вот эту ссылку. Вот. То есть смотрите, если здесь поле пустое, вот, да. Скачать, то вы вот отсюда Ctrl-A нажимаете горячей клавишей, чтобы она вся скопировалась. Ctrl-A. То есть кликаете сначала сюда мышкой, нажимаете Ctrl-A, чтобы она выделилась. Ctrl-C. Это мы копируем в буфер обмен и вставляем ее Ctrl-V сюда. Вот это я хотел спросить, когда я захожу
где мне поставить, чтобы у меня она могла скачиваться. И если пустое это поле, то не скачается. То не скачается, и тогда не будет вот этой иконки скачать. И то же самое View Link, это купить. Если здесь ссылка любая на магазин, то появится корзинка напротив вашего музыкального трека. Так, сейчас еще раз. View Link, это на магазин. А, все, это напротив трека появится вот эта кнопка там на iTunes, куда она ведет, да? Да. Да, и кстати, если вы добавите описание вот здесь, да, то появится напротив трека. Сейчас. Зайдем. Если нужна такую вещь, вы ее можете наблюдать в демо-шаблоне. Вот здесь появится иконка такая, как листочек. У меня был, когда я загрузил. Вы знаете, я был. Вот на него кликаем, разворачивается, например, текст песни. Но тогда в каждом треке будет вот эти ссылки, вот. Да, да, это я тоже видел. Вот, то надо просто вот здесь у каждого трека в редактировании вот здесь снять галочку. Это соцзакладки, это оно и есть. То есть именно к этому треку, по идее, он не будет показываться, если вам не нужно. Потому что у вас уже есть общие вот эти кнопки. И мне не понравилось, что они здесь дублируются. И сначала стало проблемой, если их надо убрать. Они же везде ставятся, а оказывается, у трека... У каждого. Вот здесь просто галку снимаем. Да. И по идее не должно появиться вот этих кнопок именно у каждого трека, да. Теперь давайте попробуем загрузить. У меня возникла проблема с постоянной ссылкой. Я не смог ее воткнуть. Она у меня почему-то не получалась. Вот смотрите, загружаем песню. Как? У меня сейчас песни нет. Какую загрузить песню? Есть. Листайте, я сейчас вам скажу. Женщина 8. На английском, как вы сказали, ее подготовила. Она где-то наверху, да? В медиафайлах она лежит. Медиафайл. Вот я зашел в медиафайлы. Так, сейчас вам скажу. Так. А вы знаете, наверное, я когда удалил то, что делал, она удалилась оттуда. А какая была проблема при загрузке? Все я поставил, все было хорошо. Я не мог вот эту вот ссылочку вверху, которая, вы говорите, шорткод. Сейчас загрузите. Вот сейчас, подождите секунду. Одну секунду. Вот она. Вот, сейчас она загрузится, быстренько туда появится, и вы сразу мне ее поставите, чтобы я видел с этим шорткодом. У меня проблема была. Да, в новинки я зашел и вот тут нажал добавить. Давайте еще я вам вот что скажу. Когда вы редактируете треки. Да. Сейчас. Можно массово вот так выделить. То, что не то, что массово, не то, что. Вот 20 треков вы залили вот здесь, да? Как быстренько все их отредактировать? Вы также нажимаете на эту кнопку. Вот здесь вы выделяете каждый трек, а вот здесь вы удаляете. Например, вам не нужно описание, убирайте описание. Или view link. То есть да. Сделали, download link тоже. Вот эта ссылка, Ctrl-A, выделяется, вставляете сюда ее. И вот у каждой кнопки уберите вот эту галочку add to download, то есть скачать все вместе разом. То есть да. Здесь все сделали, кликаем по следующему треку, галку сняли здесь. Кликаем следующий трек, настроили, галку сняли. Потому что здесь, когда стоят галки, вот эти вот download, все. Да. Вот здесь вот появится ссылка скачать все. Если мы нажимаем, то есть все треки разом, то страница очень долго грузится, а потом выдается ошибка. А вот здесь у вас будет показан счетчик, что вроде каждый трек уже скачан. Это связано, скорее всего, тем, что нужен либо мощный хостинг, то есть, либо еще. Я посчитал, что здесь вам это не надо. Кому надо, поштучно скачать. Да, кому надо, тут каждую песню скачать. Вот. Или можно вывести вот здесь еще одну кнопку, вот такую синюю, и скачать все, а ссылку поместить, например, в Яндекс.Диск. Да, да, не, это я понял. И будет еще круче. И скачается быстро и удобно. Заходите в медиафайлы. Сейчас. Так, ну вот он. Да, добавить. Сейчас. А, ну да, просто. Вы уже добавили трек-то? Да, да, он лежит. Давайте я в медиа просто зайду. Вот он, ну. Женщина 8. Здесь что-то я прописываю. Так. Вот. А, что менять-то? Да. Если хотите, все данные можете заполнить. Ну вот описание, если надо, чтобы такая была иконочка листа, то вот здесь записываем. У вас уже что-то есть, значит уже она будет. Ну а надо ее убрать, не надо.
Описание просто вот так удаляем и все. Конечно, не спеши. Вот Сейчас это я вот, вот самое главное. Да, сейчас я зайду тоже, чтобы я тоже видео визуально. А то мне там не очень видно. Так, вот я добавляю. Вам потом в видеозаписи будет удобно смотреть все равно. А, ну хорошо. Значит, добавил я песню. Дальше, вот эта ссылка мне нужна. Да? Вот, URL, Ctrl-A, Ctrl-C и в download link вот так вставляете ее. Download link, вот, я не мог найти, куда ее воткнуть. View link, если она не продается, ничего не пишем. И вот эту и галочку, вот эту, видишь, она уже у нас не стоит, мы ее не ставим. Все, дальше, смотрите, вверху под ссылкой там что-то горит тоже, какое-то непонятно, две буквы какие-то. Где, вот это? Но это заголовок, просто удаляйте все его. Или пишите сюда. А, надо написать, а, здесь надо написать, да, потому что здесь это будет название трека, да. Это знаете, что такое? Это из тега. Вы когда сам трек создавали на оборудовании, да. Там в теге, видимо, какой-то параметр по умолчанию задан, и он прописывается здесь. Осень. А мне все слышится женщина 8. Но лучше не через медиафайлы добавлять. Вы заходите в альбомы, да, в альбом. И там трек закидываете, да, именно в Media Manager, а не отсюда Media Manager. Да. Здесь удобно в Media Manager зайти и чистку какую-то провести там, или да, редактирование какое-то. Но мы же сейчас делаем не через него, мы делаем как раз через добавить музыку. Нет, я сейчас зашел в Media Manager, вот. Да? Да. Ну вы уже поняли как, я вам все записал, на видео посмотрите, если забудете, потом сами заполните. Не-не-не, я понял, я все загрузил, все там отображается, у меня было вот скачивать, не скачивать, вот эта вот штучка. Да. Кстати, сейчас вы уже, вы сказали, да, где это, убрать или поставить? Да. Все сказали. Про аудиофайлы, все что важное, я точно сказал, потому что там были нюансы, вот сейчас мы их обсудили. Так, все. Тогда давайте так, по главной странице сверху пойдем. Это были у меня вопросы. Вот это, значит, humorismail.ru на главной странице и телефон, где это прописано. Да, там много у вас еще? Давайте сейчас вот это расскажу и на сегодня закончим. Ага, хорошо, тогда дальше мы продолжим уже. В следующий раз. Да, тогда я вам еще хотел спросить, знаете, тогда мы с него и начнем следующий урок. А пока я вам задам вот эти оставшиеся вопросы. Я хотел сделать вот тут, никак не успокоюсь, новую тему вот эту. На хостинге на другом и на какой-нибудь существует демо-хостинг, чтобы можно было, ну, как бы не регистрироваться, там какой-то пробный период, там поковырять или установить, пока. Ну, вы можете поставить локальный сервер на компьютер, open server. Он. Я не знаю, что это. Ну, посмотрите в Ютубе, у меня тоже уроки есть. Open server? Да, open server. Он ставится на компьютер, как обычная программа, вот любая. Там есть все уроки, как это все сделать. Как вот в WordPress вы делали на хостинг. Также все ставится только... И также через браузер вы смотрите этот сайт, только никто его не увидит, кроме вас, пока он на локальном хостинге. То есть, по идее, сайт он так и создается. А потом, когда он полностью готов, его просто переносят уже на хостинг, на домен. И домен там временный у вас тоже. Тоже абсолютно любой прописываете, ничего платить там не надо. Программа бесплатная. У вас есть этот урок, да? У меня несколько уроков на канале и в Ютубе миллион уроков от разных авторов на эту тему. Да. Open Server называется? Да, Open Server. Ага, все. Да, он ставится на комп, и там хоть десяток сайтов можно создать, хоть больше, и пробовать, и редактировать. Я даже вот в данный момент сейчас тоже там несколько сайтов там себе делаю, прежде чем они появятся в интернете. Хорошо. Так, ну, Федор, тогда все на сегодня. Да. Мне нужно было. И дальше, я не знаю, когда вы сможете. Все, спасибо. Все. Я пока за перевод. Да, давайте, до свидания.